Всероссийский форум национального единства открылся сегодня в Ханты-Мансийске. В окружной центр приехали более 700 его участников из разных регионов страны. Это не только эксперты научных сообществ и молодежных организаций, но и учителя родных языков, педагоги учреждений с этнокультурным уклоном. В ближайшие дни они будут обмениваться практиками сохранения традиционной культуры народов России. На форуме сейчас работает наш корреспондент Юлия Сутковая. Ей слово. Национального единства официально открыт. Кстати, еще в предыдущие годы он носил название «Югра многонациональная» и был рассчитан на гостей только для нашего региона. А уже в этом, в 2019-м, официально приобрел статус всероссийского. Вот такой вот исторический момент. А это значит, что в столицу Югры, в Ханты-Мансийск, приехали гости со всей страны. Официально на торжественной церемонии открытия форума к ним обратилась губернатор Югры Наталья Комарова. Если вдруг каким-нибудь случайным образом, не будем это обсуждать, здесь, в этом зале, появится гражданин какого-то другого государства, когда он увидит Владимира, Эльдара, Магомед Салама, Игоря, Михаила, Светлану, Иосифа, Асламбека, Альбира Хазрата, Вадима и так далее, он сразу поймет, он в России. В столице Югры сейчас находится эксперты Комитета по делам национальности Государственной Думы, российские государственные и политические деятели. Они примут участие в обсуждении вопросов в сфере национальной политики. Вообще, в рамках форума запланировано около 30 мероприятий. Это и заседания, круглые столы, семинары. Интересна выставка общероссийских общественных организаций. Сразу после открытия ее посетили представители делегаций. Эту выставку мы продумывали и организовывали совместно с Ассамблеей народов России. Очень долго думали, как подойти к решению этой выставки, поскольку Югра – край очень притягательный, но к нам не очень легко добраться и привезти выставочные экспонаты. Поэтому решили выставку все-таки сделать средствами визуализации фоторабот и видеоматериалов. Кстати, Югра – регион, в котором в полной мере выполняются федеральные законы в интересах коренных малочисленных народов Севера. Это уже заметили федеральные эксперты. Важно отметить, что сегодня в округе проживает более 300 тысяч представителей КМНС. Это около 2% от всего населения. И защита их интересов – приоритетная задача правительства Югры. 10 региональных законов, концепция устойчивого развития, 6 долгосрочных программ о жизнедеятельности коренного населения. Есть чем делиться с другими регионами. Я очень дружу конкретно и предметно коренным населением. Мы вместе очищаем территорию, очищаем водоемы, создаем водоемы, запускаем рыбу. Совершенно бесплатно, ни копейки не потратить из бюджета муниципальных образований. Еще немного о деловой части форума. В эти минуты проходят панельные дискуссии, обсуждения. Ну, например, участники форума сегодня обсудят роль старшего поколения в воспитании молодежи. Или же, как из событийного мероприятия с национальным акцентом сделать настоящий турпродукт. На этих площадках встретятся представители домов дружбы народа, народного творчества, центров национальных культур. Мини-выставка традиционной хантыйской куклы Акань. Акань правильно называется. Вот тут же гости, все представители, которые приехали в наш город, подходят, знакомятся, интересуются и даже успевают изготовить ее. И также сегодня будут чествовать лауреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры», но это чуть-чуть позже. Юлия Сутковая, Александр Черник, Вести Югория, Ханты-Мансийск.